Привет, друзья! Беговая программа чемпионата России в помещении продолжается. Представление финала на 800 метров. Поехали! Анастасия Мадышева, Орловская область, по шестой дорожке примет старт. Мария Прохорец, Брянская область, пятая. Светлана Улога. Давно не видели эту спортсменку на старте. Яна Перепелица, Краснодарский край. Вечный лидер по дистанции Инесса Гусарова. И Нигина Тухтаева, Курганская область, по первой дорожке. метров, финал. Это будет здорово. И вот девушки стартовали. Инесса Гусарова, как обычно, занимает лидирующую позицию. Не хочет ей уступать Улога Светлана. Борется с ней. Светлана тоже любит лидировать. Гусарова, Улога, Перепелица. Тройка лидеров. Ну и все остальные не так уж и далеко. Ничего не меняется. Эта тройка оторвалась от основной группы. И Улога тянется за Гусаровой. Перепелица отстает, не выдерживает темпа. Думаю, Гусарова сегодня недосягаема. И Инесса побеждает с приличным отрывом. И побеждает Инесса Гусарова с личным рекордом 2:03.93. Поздравляем Инессу. Ну а вам, друзья, здоровья, берегите себя.